В доме купца первой гильдии Ивана Голдобина 20 июня 1891 года останавливался цесаревич Николай Александрович. И вот спустя 126 лет в этом же здании в честь этого события открыли мемориальную доску. На торжественном открытии собралась вся элита города. Этот день, 20 июня, как и много лет назад, войдет в историю. Инициаторами стали Общество русской культуры и Забайкальское войско Союза казаков России. Это очень важный факт в истории нашего города. Это послужило дальнейшим развитием тогдашнего Верхнеудинска. Именно в этом доме, доме купца первой гильдии Голдобина, останавливался цесаревич. И, наверное, было бы логичным, чтобы и доска размещалась именно на этом здании. В тот год специально к приезду цесаревича от Триумфальной арки до собора расстелили ковровую дорожку. Спускавшегося к Адигитровскому собору гостя бурно приветствовали горожане, стоявшие по краям улицы. Но эта поездка будущего императора цесаревича, она была уникальна в истории нашей страны. Он ездил не смотреть, не ревизировать, он ездил знакомиться с той стороной, которую в будущем он должен был принять. В завершении митинга общественность возложила цветы доске в память о великом императоре. Мариам Восконян, Евгений Жамцуев, телекомпания АТВ.